Попробуй, говорю. Кисленько, я же. 15 июля 2011 год. Дети собирали малину и увидели такой огромный муравейник. Вот наш лагерь стан вокруг этого муравейника. Ну-ка попробуй. Да ты посмотри, сколько у Игнатия Тихоновича на штанах-то ползает. Я сколько, гляди, у меня сколько ползает, гляди, Даже никакой, ну ты их не трогай, они же ее не трогают. Он поползает, он пришел узнать, какой Яша хороший. А видите, как у них тревога, как они бегают-то. Смотри, смотри. Ой, ой, как они бегают. Они думают, мы пришли разорять их. Ты так долго, Виктор Николаевич. Вот она какая. У них там, знаешь, до самой воды доходят. Вот такого большого муравейника я тут не видал ни разу.